Народные дружины и студенческие отряды правопорядка становятся надежными помощниками полицейских. Сегодня в Министерстве внутренних дел Почувашии прошла конференция, темой которой стало участие граждан в охране общественного порядка. Правопорядок – задача общая, уверены участники конференции. Чтобы на наших улицах, в торговых комплексах, других общественных местах было спокойно, полиции надо помогать. Еще в прошлом году в республике указом главы был создан штаб, объединивший добровольцев из 26 муниципалитетов. Результаты очевидны. Общее количество преступлений снизилось на 17,7%. Более 500 дружинников регулярно выходят на патрулирование вместе с сотрудниками органов внутренних дел. Особое внимание уделяется профилактической работе с молодежью. Командир объединения «Подросток», студентка ЧГПУ Анна Карпеева за время работы поняла. Ребятам, имеющим проблемы с законом, проще поговорить с человеком без погон. Добровольцы из ее команды нашли сбежавшего из дома ребенка. Помогли вернуть доверие в семью, которую хотели ограничить в родительских правах. Казалось бы, частные случаи, но за каждым из них стоят судьбы конкретных ребят. Мы проводим квест-игры, направленные на профилактику правонарушений. В этих квест-играх дети в интерактивной игровой форме знакомятся с правовыми знаниями, узнают о нормах поведения в общественных местах. Также мы проводим психологические тренинги для детей и подростков, в которых мы, получается, наши волонтеры общаются с ними, обсуждают проблемы, пути их решения. В таких психологических тренингах дети хорошо открываются волонтерам.